В результате лесных пожаров в Испании погибли 2 человека. Люди бежали из пострадавшего региона Галисии, но их машина загорелась во время движения по дороге. Спасатели до сих пор пытаются локализовать очаги возгораний. В зоне риска объявили срочную эвакуацию. Полиция тем временем выясняет причины внезапных пожаров. Среди главных версий – умышленный поджог. В соседней Португалии в огне погибли уже 27 человек. Леса полыхают в центре и на севере страны. Гасить приходится 1,5 сотни возгораний одновременно. Их причиной считают жару и засуху.